Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Що можна зробити з шоколаду, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І поцікавимось, чи можна отримати радість від шоколадних виробів. Есть у меня также шоколад коллекционный, который выращен в Эквадоре и произведен в Эквадоре. Особенность шоколада такая, что если шоколад перегреть, недогреть, то он не получится. Они обратили внимание на то, что индейцы очень щепетильно относятся к плодам какао-бобов. До сих пор неизвестно, почему Монтесума в хранилищах держал десятки, сотни тысяч тонн какао-бобов. Чи знаєте, друзі, що шоколад – це не лише ласощі, це таємнича і навіть містична речовина? В цьому ви зараз переконаєтесь самі. Але давайте все по порядку. Друзья мои, чего не хватает нам в сегодняшней жизни? В сегодняшней жизни не хватает много чего. Денег, любви, внимания, слишком много проблем. Но главное, мне кажется, не хватает всем радости. А что такое радость? Радость дают многие вещи. Радость ее не купишь ни за какие деньги. А еще радость – это немножко сладкого. Вы знаете, давайте отвлечемся от проблем, давайте отвлечемся от всего, давайте немножечко получим радость, и мы предлагаем вам получить радость. А знаете, что дает радость? Мы уже говорили, вкусные вещи. Ну, это, конечно, шоколад. Сейчас мы в гостях у Николая Данцева, нашего знаменитого шоколатье. И сейчас, друзья мои, мы будем делать шоколадные конфеты, которые вы потом будете кушать. Но для того, чтобы их делать, придется мне переоблачиться немножко. Вот смотрите, Николай, видите, в каком белом халатике, в белом колпачке. Я тоже сейчас буду одевать белое. Николай, давайте, что у вас тут одевать? Вот видите, друзья мои, смотрите, вот уже фартушек на мне. И что, и колпачок? Мама дорогая, и колпачок. А я сейчас буду красавица, Николай. Зашибись, друзья мои, только для вас. Только для вас, вот в таком виде, но радость, мы несем людям радость. Итак, Николай, рассказывайте, что мы будем делать? Сегодня у нас, вы находитесь в самом таком сладком шоколадном месте Николаева. Значит, смотрите, какая была идея. Значит, сити-центр, третий этаж, маленькая кухонька. То есть, почему маленькая такая кухонька? То есть, это маленький, сымитирован абсолютно бытовой уголок. То есть, ну, обычные шкафчики. Можно сказать, кусочек дома, да? Кусочек дома, да. Обычные шкафчики, обычный холодильник, обычные полочки и шоколад. Значит, что нам нужно? Основное производство у нас в цеху, а здесь я прохожу для того, чтобы просто немножко позабавить людей, чтобы они увидели, как делаются конфеты, чтобы можно было показать. И вот детвора сюда приходит на экскурсии, детвора сюда приходит на мастер-классы, они сами делают конфеты. У нас даже бывают здесь мастер-классы, прямо вот здесь, в торговом зале, 20-30 человек детей садится прямо за столы и делают конфеты сами. То есть я говорю, что надо делать, они сами мешают, сами смешивают, лепят, глазируют, рисуют. То есть это все происходит прямо на глазах. Николай, то есть можно сказать, что вы человек, который дарит людям радость? Точно, точно можно сказать, да. А теперь, друзья, мы сейчас увидим, как эта радость делается. Не просто дарится, подарить, но ее еще нужно подготовить. Итак, готовим радость. Это трюфель. Это шоколад, шоколадная конфета, в состав которой входит, значит, шоколад и сливки. Процент соотношения 30 на 70. Значит, начинка может быть самая разная. Например, самая экзотическая – это трюфеля с перцем, со специями. Вот, есть трюфеля с цветочными вкусами, с коньячные, ликерные, самое-самое разное. Вот. Я, например, на любой вкус? Да, да, на любой вкус. Например, трюфель с жасмином. Ну, не сильно распространенный вкус, конфетный вкус, но у нас это одна из самых вкусных позиций. Вкуса. Хорошо, Николай, а что мы сегодня будем делать? Потому мы что... сегодня будем глазировать и украшать. Давайте.
уже вот что-то на плите стоит и даже уже практически и булькает? Да, смотрите, уже почти булькает. Вот у нас есть уже молочный шоколад. Это шоколад молочный 53% какао. Вот, значит, шоколад необычный. Вот, мало того, что он бельгийский шоколад, то есть произведен в Бельгии, вот, но шоколад выращен в Эквадоре, поэтому он еще и немножечко вкусный, не такой, как обычно распространенный. Этот шоколад, само сырье, просто так, например, пойти в магазин и купить, его невозможно, потому что это нужно ехать к поставщикам, договариваться, что привозили, и тогда можно будет уже попробовать их. Сырье идет обычно или блоками, или калетами. Прямо из Эквадора, вы говорите, шоколад из Эквадора. Выращен в Эквадоре, произведен в Бельгии, поэтому есть у меня также шоколад коллекционный, который выращен в Эквадоре и произведен в Эквадоре. Боже, какой сложный путь у шоколада. Просто, знаете, мне кажется, друзья мои, вот знаете, с чем можно сравнить шоколад? Шоколад можно сравнить с судьбой человека. Такая же сложная, неожиданная и таинственная, да, Ника? Да. Смотрите, дело в том, что вообще шоколад очень загадочное такое явление. Почему? Потому что шоколад, люди едят шоколад уже там несколько тысяч лет. Тысяч лет? Тысяч лет, да. Значит, первые, кто начал есть шоколад, это индейцы. Индейцы сначала были альмеки, потом были ацтеки, потом были индейцы майя. Вот, но, к сожалению, с приходом цивилизации испанцев цивилизация майя была уничтожена. И вот это мы меряем температуру, это такой градусник специальный, вот, который показывает нам температуру у шоколада. Особенность шоколада такая, что если шоколад перегреть, недогреть, то он не получится. По вкусовым качествам он будет обычный шоколад, вот, а вот по внешнему виду, ну, например, обратите внимание, какие шоколадки, да, то есть они блестящие, глянцевые, красивые, вот, а вот если шоколад перегреть, или, например, там взять какой-то грязной ложечкой, то шоколад может с крупинками такими сделаться. Вот водичка, если попадет, то может сделаться такой крупинкой. Вот у нас уже 48 градусов. То есть нужная температура? Да. То есть температура почти готова. Буквально там несколько градусов нам нужно догреть. Но пока мы будем 2 градуса греть, до 50 градусов, я расскажу о происхождении как шоколада, как люди вообще узнали и начали есть. Вот вы сказали, что шоколад – это такая таинственная субстанция. Да. Это даже не вещество, а субстанция, правда? Можно сказать, волшебство. Самое, допустим, такое вот интересное, да, то есть когда говоришь о шоколаде, вот, например, шоколад, допустим, да, сколько лет назад он был начан, то есть люди начали его использовать, там, несколько тысяч лет, индейцы майя, да, то есть это магические слова, которые люди говорят, индейцы майя, да, это уже связано с тем, что они изучали, многие знают, что они изучали космос, они там делали огромные дома, которые до сих пор непонятно, как люди, вот, например, на их городах, вообще изумительные города, то есть блоки каменные стоят несколько тонн. Самое интересное то, что вот эти блоки стоят как пазл, как конструктор, то есть без цемента, тогда не было цемента, и дома стоят уже несколько тысячелетий. Вот. Значит, после того, как пришли испанцы, там это где-то было в 1519-1520 году, был такой конкистадор Эрнандо Кортес, он высадился, там у него было много кораблей, пушек, высадились на берегу реки Варакрус, и вот они начали свое изучение нового света, так называемого. Истребление старого. Да, истребление старого. Значит, они обратили внимание на то, что индейцы очень щепетильно относятся к плодам какао-бобов. Вот, они очень внимательно относились к деревьям. И шоколад использовался в обрядах как-то, не церковных, а жертвенных каких-то, да? Да, то есть, конечно, там был каннибализм, конечно, там было... Боже, убили жертву, полили ее шоколадом и съели. Убили шоколадом,
Да, вот. И вот есть такая даже мифическая история, что последний император Монтесума, это тот Монтесума, которого потом индейцы убили за то, что он, так сказать, был лоялен к испанцам. Вот. Он проводил пиршество, там 2-3 тысячи человек, то есть огромные такие были столы, подавали много шоколада. До сих пор неизвестно, почему Монтесума в хранилищах держал десятки, сотни тысяч тонн какао-бобов. То есть для того, для каких-то, может быть, гостей, для чего-то, то есть неизвестно, для чего так нужно было много какао-бобов. И во время пиршества, значит, Монтесума, это была гора такая, там они, так сказать, восседали в этих пиршествах. И, ну не знаю, правда это или нет, но вроде как Монтесума руками вырывал сердце человека, того, кого приносили в жертву. Он выпивал чашу с шоколадом и выбрасывал эту золотую чашу в море. Николай, мы же ж про радость, а вы такие ужасы, боже мой, мифи. Да. Оказывается, шоколад не столь ли веселый и безобидный продукт? Нет, сейчас, конечно, это уже безобидный и веселый продукт, вот. Но когда-то, конечно, это шоколад нам достался путем истребления целого народа, путем жесточайших, жутких, нечеловеческих страданий и ужасных издевательств над индейцами. Вот, вот такой путь у шоколада. Сейчас это радость, сейчас это счастье, это гормоны, эндорфины, это... Да, это кусочки искусства, радости. Да, это искусство. Вот, ну, например, путь шоколада сейчас. Это, ну, возьмем... Эквадор, да, мы говорили об Эквадоре. Возьмем Эквадор, выращивается какао-бобы. Какао-бобы, ну, если кто-то не видел, это примерно для нас как дыни, то есть вот такие вот огромные плоды. Дерево плодоносит два раза в год, опыляется как пчелами, так и вручную. Значит, как вручную, берутся такие маленькие щипчики, пинцетик, и на каждый цветочек опыляется, это тяжелый труд. Да, это такой очень скрупулезный. Скрупулезный, да. Потом какао-бобы набирают такого желтого цвета, становятся их мачете, такой большой топор, его разрубают, достают оттуда сами какао-бобы. То есть, как вот по принципу дыни, то есть там такая слизь, точно так же в какао-бобах достается, потом сваливается на кучи, оно набирает температуру, сахар распадается и потом уже сушится, перебирается, калибруется, присваивается сорт и с непосредственно, так сказать, по нашему тока, там где собирают эти какао-бобы с фермы, уже путешествует шоколад на заготовочные комплексы. Там его уже перевешивают, зашивают мешки, партии. А скажите, Николай, а вот именно изготовление шоколада, это такое же древнее искусство, как когда-то его делали индейцы, или то утрачено, а люди по-новому изобрели изготовление шоколада? Нет, дело в том, что шоколад твердый стал совсем недавно, всего там 110-120 лет, да. До этого был шоколад только жидкий, а индейцы его пили совершенно другим. Почему? Потому что уже во Франции добавили сахар, добавили сливки, а... Тогда он был очень горький. Тогда он был просто терпкий у индейцев, тогда он был жидкий, то есть какао-бобы размалывали такими специальными ступками, смешивали с кукурузной мукой, смешивали с различными специями, добавляли воду и взбивали до состояния пены. И вот именно таким вот, такой консистенцией они пили. Конечно, это было для индейцев возбуждение. Конечно, может быть, я так думаю, что они добавляли какие-то плоды деревьев, которые... Ну, может быть, бродили, может быть, спиртосодержащие какие-то. Вот. Ну, вот такой был эффект. Может быть, поэтому долгое перевозбуждение привело к гибели целой цивилизации. Друзья мои, не увлекайтесь ничем сверх меры, пожалуйста. Вот. Я бы по поводу шоколада могу сказать, наверное, ну, я призываю есть шоколад. Шоколад я ем. Я нюхаю и я пью.
Вот. Николай, вы его и нюхаете. Да, я еще и нюхаю. Но вы представляете, я целыми днями стою возле огромных таких емкостей с горячим шоколадом. Да? Вот. Также, например, вот мы в кафе делаем горячий шоколад. Но он совершенно не тот, который привыкли пить обычные наши горожане. Почему? Потому что, ну, обычно это какой-то пакетик, который высыпается, заливается водой. Горячий шоколад обязательно должен быть вкусным. И мы, например, используем сырье для горячего шоколада. Это только коллекционный шоколад. Ну вот видите, телезрители, все лучшее вам. Сейчас мы начинаем делать конфеты. Друзья мои, мы не просто делаем шоколад, мы его еще едим. Сейчас я пробую. До чего мы дошли? Мы приготовили шоколад, мы его оттемперировали. Значит, сейчас мы будем уже готовые конфетки украшать. Я думаю, наверное, ну, дегустацию тебе нужно отработать. Вот так вы, друзья. Да, просто так шоколад есть нельзя. Я думаю, что за шоколад, за весь шоколад надо платить. Поэтому я, наверное, настаиваю, чтобы ты работать начала в шоколадном бизнесе. Вот, да. Давай, значит так, предлагаю таким путем пойти. Ты микрофон положишь на полочку. Кладу микрофон. Да. Вот, чтобы он нас слышал. Я думаю, он нас слышит, да? Да. Потом, вот у нас есть... У нас есть 70% спирт. Давай спирт, ручки давай. Вот так сюда вставляй. Мы сейчас спиртом переворачивай. Так, вот спирт. Слизывать нельзя, сразу говорю. Потому что некоторые родители, да. Так, вот. Две. Чистое полотенечко. Вытирайте. Шоколадное. У меня все полотенца в шоколаде. У меня все всегда в шоколаде. Вот, вот давай сюда. Так, теперь смотри, значит, наша задача сделать вот такие две полосочки, помнишь, да? Вот так, смотри, вот так, раз, раз полосочка, раз полосочка, так, по диагонали. Пробуйте, держите. Значит, вот здесь в конце самое главное держать. Почему? Потому что если не держать, он развернется и пойдет обратно. Ну, начинаем. С Богом, друзья мои. Ну, попробуем. Надо разделять, надо. Ой, так. Простите, друзья вот мои. Ну, не дотрагиваться надо до конфетки в конце. Раз. Вот так, да. Ну, я практически шоколадных дел мастер. Конечно, не столь искусный, как наш герой Николай Данцев. Но поверьте мне, друзья мои, украшать конфетки – это самое, одно из самых увлекательных, вкусных и радостных занятий. Да, украшение конфет – это, конечно, самая творческая работа, поэтому всегда можно, например, смотрите, что интересное в украшении в конфетках. Можно использовать орехи, цукаты, специи, то есть украшать можно вот так, например. Украшать можно, например, вот так. Украшать можно, например, вот так вот. Можно делать очень тоненькую струечку. Вот. Вот. Можно вот украшать, например, вот так. Вот. Поэтому шоколад – это искусство, шоколад – это творчество. И, например, как… Кстати, Анетта. Мы совсем забыли. А вы знаете, дорогие телезрители, Анетта, вы знаете, как начинка попадает в конфету? Ну, быстренько расскажите. Быстренько. Мы вам сейчас не расскажем, а покажем. Смотрите, берем начинку, это трюфельная масса, вот, бросаем ее вот так вот в шоколад, вот прямо вот так, потом несколько раз поворачиваем, специально такая вилочка вот согнутая, потом берем вот так ее и вот делаем, сейчас шоколад стягиваем. Вот мы его стянули, вот так вот срезали,
Вот, и выложили на пергаментную бумагу. Вот. Теперь, например, вторую конфетку. Вот. И еще раз вот так стянули. Вот. А сейчас, пока конфетка, вот пока шоколад мягенький, он темперированный шоколад, правильно отработанный, не просто растопленный, а темперированный. Это правильно приготовленный при определенных температурах. То есть ничего не добавляется, просто соблюдается температурный режим во время приготовления. Вот сейчас, пока он еще не застыл, мы можем чем-то украсить. Ну, например, у меня есть вот кокос, например, да, стружка кокоса. Смотрите, мы можем взять его и немножечко вот очень аккуратненько так посыпать. Конечно, можно много насыпать, вот, но можно и аккуратненько вот так. Много это не значит хорошо. Да, много не. Конфеты должны быть изысканные, конфеты должны быть красивые. Вот, например, вот это конфеты, вот. Это рисунок, рисунок листика. Это какао-масло, рисунок какао-масла. Листы это можно купить через интернет обычно. Вот. Значит, никак не надо его там не выбивать, ничего, просто берется конфетка горячим, то есть окунается начинка в шоколад, и потом отсаживается эта конфетка на этот рисунок. Это так называемый трансфер, когда рисунок переводится, переводняшка такая, при температуре 30 градусов. То есть шоколад у нас 30 градусов, 32, мы глазируем, и шоколад переводится, рисунок на шоколад, на конфетку. Получается, конфета, так вот она какая, настоящая шоколадная конфета. Ну что ж, друзья, приятного аппетита. Спасибо большое. Друзья, ешьте шоколад, пейте шоколад, нюхайте шоколад. Гораздо лучше, чем все остальное. Пить, есть и нюхать. Это правда. Спасибо. Сьогодні, друзі, ми з вами виготовляли, прикрашали і їли шоколадні вироби під пильним наглядом нашого сьогоднішнього героя Миколая Данцева. Що день завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 25 січня – Тетянин день. Зоряна ніч на теплу весну. 27 січня – Опанаса. Переважно цей день буває холодним, а тому й казали – на Опанаса Ламиноса бережі носа. Якщо морозу немає, на мокру весну.